Я считаю, что я, в принципе, выступаю за это символическое изменение и перенесение правительства за пределы Кремля, потому что я считаю, что у нас страна очень молодая, и нам не хватает каких-то изменений. То есть сделать так, как все было сделано во времена Советского Союза, уже пора, по-моему, отойти от этих стандартов. Поэтому я выступаю за новое решение, принятое правительством Москвы.